Смертельная авария в Запорожье. БМВ на литовских номерах вылетел на тротуар и сбил маму с ребенком. 5-летняя девочка скончалась в карете скорой. Мать умерла позже в реанимации. Очевидцы рассказали полиции, что иномарка ехала на большой скорости, и водитель не справился с управлением. После наезда пытался скрыться, но был задержан. По предварительной информации, водитель принимал участие в гонках с другим автомобилем. Его сопернику удалось сбежать. Полиции просят очевидцев ДТП помочь следствию. Thank you.